В эфире «Южная звезда». Здравствуйте. Прямой эфир 760-11-99. Телефон студии. Звоните. Тема интересна. В начале рубрика «Знак качества». В рубрике «Знак качества» встречаем главная героиня кораллового клуба в Одессе, топ-лидер компании «Международный коралловый клуб» Марина Кольна-Федоренко. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте, я рада вас видеть. Ваше появление в студии означает, что вы пришли не просто так, а пришли, видимо, с каким-то новым продуктом, который доселе неизвестен людям, то есть нам. Да, это действительно так. Последние полтора года мы надеялись, ждали, когда появится продукт, который нужен практически всем людям. Жан-Жак Руссо сказал, что жизнь без движения – это летаргический сон. А между тем, одна треть населения планеты Земля страдает от различных заболеваний суставов, болей в суставах. И это проблема номер один – потеря нетрудоспособности. Все дело в том, что суставы нам даны от рождения, и мы так считаем, что раз они даны, все должно быть хорошо. Но уже к 40 годам мы начинаем испытывать проблемы, абсолютно здоровые люди. К 60 это абсолютно нормально, чтобы у человека болели суставы, во всяком случае, в кавычках, так люди думают. Вот. Но после 60 97% людей обращаются, жалуются друг другу, иногда к врачам, а иногда просто друг другу, жалобы на заболевания суставов, на боли в суставах, на ограничение подвижности. А травмы, переломы в молодом возрасте? На самом деле проблем очень много. Знаете, если я начну с медицинской точки зрения говорить, не надо запугивать всех, но, во-первых, быстрый рост у детей, во-вторых, спорт – это необычные нагрузки, в-третьих, это необычная нагрузка, это не только лифтинг, пауэрлифтинг, поднятие тяжести, но это лишний вес. Односторонние нагрузки, ну, например, привычное заболевание у теннисистов – это заболевание локтевого сустава и суставов кистей. Все, где мы нагружаем неадекватно, чрезмерно или... Высокие каблуки у женщин. Высокие каблуки у женщин – это отдельная песня. Хочется быть высокой, стройную ногу иметь, а тем не менее это достаточно частая причина болей в суставах. И я уже не говорю о том, что с возрастом у нас проблемы, эти считаются нормальными, но это не так. Итак, если у вас болят суставы, записывайте телефоны 777-39-49, 777-39-49, 067-762-7323, 067-762-7323. Информация прозвучала на правах рекламы. Рамки эфира не дадут возможности полностью раскрыть тему, поэтому звоните, консультируйтесь, консультация бесплатна. Суставы болят, это и позвоночник, это и локти, плечи, и колени, да все что угодно. Итак, препарат... Биологически активная добавка «Билурон». Да. Так она выглядит, вот на экранах как раз мы ее видим. Что это такое и почему возникла необходимость в этом продукте? Ну, на самом деле, оказывается, наше старение, как морщины на лице, так и стирание суставов зависит от того, есть ли у нас гиалуроновая кислота, хватает ли ее. Гиалуроновая кислота. Гиалуроновая. Да. Ну, это такая сахарная молекула, очень большая. И врачи, ученые очень давно заботились тем, как восполнять. Об этом пишется и в медицинской, и не медицинской литературе. Препаратов различных много. Проблема. Гиалуроновая кислота. Во-первых, что это такое? Это глюкозамин глюкан, если говорить по-умному, а если попроще, то это то вещество, которое умеет удерживать воду. Откуда у нас появляются морщины? Мы же воду пьем. Но нет того вещества, которое удерживает. Точно так же и в суставах. Если мы, не допиваем воды, быстрее меняется вязкость внутри суставной жидкости, а если у нас нет гиалуроновой кислоты, то, извините, некому удержать. Проблема. В 40 лет мы вырабатываем всего 50% от необходимого нам количества гиалуроновой кислоты. К 60 годам всего 10%. И в результате что происходит? Суставные поверхности, покрытые хрящом, начинают стираться. Хрящ истончается, и мы начинаем испытывать боль от трения.
Более того, сама гиалуроновая, сама внутрисуставная жидкость становится мутной, вязкой, поэтому у нас объем движений в суставах замедляется и уменьшается. Гиалуроновая кислота присутствует не только в суставах, не только в коже, но и клапаны сердца, но и стекловидное тело нашего глаза, но и сосуды, десны, да практически везде. Вот как только у нас начинается сморщивание, это признак того, что мы недостаточно вырабатываем гиалуроновую кислоту. Или, например, детки, когда быстро выстреливают, быстро растут. Почему этот продукт революционный? Во-первых, здесь два в одном, хотя там три, но главные два в одном. Гиалуроновая кислота. Но проблема в том, что ее невозможно съесть. Это очень большая молекула, и она расщепляется в кишечнике на сахара. Можно с таким же удовольствием съесть сахар, то, что мы получим за слизистой. Вот мы прошли слизистую, и теперь сахара. Найти такую формулу, которая бы, а, не разрушалась, б, восстанавливала все в большую молекулу, вот это была основная сложность. Да? Второй компонент – это хондроитин-сульфат. Ну, это, кстати, можно из пищи, холодец ешьте каждый день, слава богу, хондроитина вам будет много. Но мы так не питаемся. А что такое хондроитин-сульфат? Он сам не может заменить хрящ. Если клетки хрящей стерли, ребята, у нас проблема. Пятую степень поражения суставов мы благодаря этому продукту восстановить не можем. Вам понадобится операция. Операция очень дорогостоящая. Один сустав от 5 до 20 тысяч долларов, а иногда и евро. А вот пока тоненькая пластинка хрящевая сохранена, если ее кормить хондроитин сульфатом, то клетка может увеличиваться, размножаться, то есть и давать утолщение слоя хряща. Вот вместе. Они прекрасно работают. И в этом и революционность. Но главная особенность этого продукта. Дело в том, что мы же не хотим присесть на что-то и потом пожизненно зависеть. Есть продукт, у нас есть улучшение. Нет продукта. Все, у нас авария. Боже, ужас какой. На самом деле этот продукт работает волшебно. Сначала он заменяет старую гиалуроновую кислоту, разрушенную, мутную, вязкую, недостаточно вырабатывает. Второе, происходит накопление. И третье, стимулирование выработки собственной. Вот курс это 2 месяца, в одной упаковке 2 бутылки это на месяц, вот 2 месяца, и уже собственная гиалуроновая кислота вырабатывается, и не только в суставах, мы получаем побочный эффект. Не только радостное уменьшение болей, исчезновение болей, увеличение объема в суставах, более пластичные мышцы. Мы еще получаем очень приятный такой побочный эффект, наша кожа. То есть морщины на лице немножко уйдут? Морщины на лице, ну, не надо ожидать, прямо резко помолодела. Мне недавно посмотрела, Алла Пугачева резко похудела. Такой фотошоп! Нет, мы не обещаем того, чего нет. То, что мы обещаем, мы за это отвечаем. Действительно, подтягивается и кожа, и мышцы, и связки, и сухожилия, и объем движений в суставах увеличивается. Так, новейшая технология, которая позволяет лечить и излечивать суставы, которые не только травмируют, но еще и возрастным образом подвержены каким-то болям. Это препарат, биологически активная добавка Биолурон, который впервые появился в мире и в Одессе, как обычно в Одессе все самое новое, самое классное. Только здесь 3-7-39-49-067-762-7323. Информация прозвучала на правах рекламы. Телефоны Марина Яковлевна Федоренко. Звоните, спрашивайте, задавайте вопросы после эфира, потому что время эфира ограничено. Давайте посмотрим маленький ролик, как производят Биолурон. Хорошо. Yeah.
Итак, еще раз, если у вас болят суставы, звоните по номерам телефонов 37-39-49-067-762-7323. Информация прозвучала на правах рекламы. Марина Яковлевна, значит, этот препарат, он не требует каких-то назначений врачебных, есть ли какие-то ограничения, может быть, кому можно, кому нельзя, вот хотелось бы узнать. Первое. Это не препарат, это продукт. Давайте договоримся. Если у вас болят суставы, звоните, обращайтесь. Если у вас не болят суставы, тем более звоните, обращайтесь. Вы знаете, мы как-то так странно устроены. И машинное масло мы меняем каждые 10 тысяч пробега. А свои суставы как-нибудь и так должно вывести. Не вывозит. Это еда, это строительный материал. Этот продукт содержит энергию для того, чтобы восстанавливался, строил энергии строительный материал, чтобы суставная поверхность строилась, чтобы хрящевая поверхность строилась и чтобы вырабатывалась собственная гиалуроновая кислота. Поэтому он необходим в первую очередь здоровым людям. Если у вас чуть повышенный вес, ребята, вовремя начинайте заботиться о суставах. Знаете, в свое время я общалась в Канаде с доктором Даррелом Вульфом, он говорил об онкологии, о том, что удалял там грудную железу у женщин. Он говорил, если бы эти женщины 15 лет назад занялись своим здоровьем, они бы ко мне никогда не попали. Я хочу вам сказать, Белрун удивительный продукт, потому что по эффективности он равен внутри суставных инъекций. Ну, внутрисуставные инъекции, во-первых, это больно, иногда бывает осложнение. Во-вторых, это только один сустав. Белурон работает на все продукты. Так вот, знаете, для того, чтобы не испытывать горькие сожаления от того, что уже боли, давайте поступим разумно. Если вы сегодня начинаете подкармливать свои суставы, обеспечивать их энергетикой и строительным материалом, вам никогда не придется обращаться к травматологу, жаловаться на старость. Вы сможете быть активным и двигаться, получать удовольствие от этой жизни всю жизнь. Профилактика стоит, знаете, говорят, 100 грамм профилактики стоит дороже 5 килограмм лечения. Я с этим абсолютно согласна и уверена. Это продукт для обычных здоровых людей. Как его принимают? Сергей Петрович, позволите? Да, пожалуйста. Вот маленький колпачок. Вы сюда наливаете 30 миллиграмм, принимаете его утром. Это очень вкусно, это просто сладкий сиропчик. И что мы получаем? Мы получаем гиалуроновую кислоту и хондроитин сульфат во все суставы. Причем наше тело, оно умнее нас, оно опытнее нас. Оно положит туда, где больше проблема, где есть более острая необходимость. Это первое. Во-вторых, вы поели. И вот вы выпили. В течение 2 месяцев никаких противопоказаний, не работает на следующий день, чтобы вы прекрасно понимали, только через 24 часа начинают обнаруживать гиалуроновую кислоту и хондроитин сульфат в суставе, полностью через 48 часов, через к концу 2-й недели, начале 3-й недели, вы начинаете ощущать улучшение, уходят боли, увеличивается объем движений в суставах. Вот это так. Причем хотела еще одну вещь обратить внимание, недавно появилось, это не так, 20 лет проводились исследования. В 2000 году начались опыты на животных. Причем сначала маленькие, потом на лошадях, хромающих лошадях. Вот получили 90% результата, оказалось 10% была ошибка в диагнозе. С 2001 года сначала на добровольцев, хоккеисты, футболисты принимали этот продукт. Получили 100% результат улучшения. У кого-то значительное улучшение, у кого просто полностью перестройка суставов. Вот это то, что мы получаем. Это еда. Противопоказаний нет. Пользуйтесь, заботьте о своих суставах и вкладывайте в свою молодость сегодня, пока она у нас еще есть. 37-39-49-067-762-7323. Телефоны для консультаций, звоните, спрашивайте. Эфирное время ограничено, мы не сможем полностью более подробно посвятить время для того, чтобы раскрыть тему более глубоко. Информация прозвучала на правах рекламы. Небольшой сюжет о том, каким образом работает Белурон. Движение – это свобода. Движение – это энергия.
Движение – это радость. Каждый день, когда ты подтягиваешься, делаешь зарядку, готовишь завтрак, одеваешься, торопишься на работу или проводишь время с любимыми людьми, 230 твоих суставов совершают десятки тысяч движений, помогая тебе осваивать и покорять этот мир, наслаждаться им. А ты когда-нибудь задумывался, что в течение всей жизни каждый палец твоей руки сгибается около 25 миллионов раз, и в среднем за свою жизнь человек совершает около 220 миллионов шагов. Подвижность наших суставов зависит от количества и качества суставной смазки, которая улучшает скольжение и питает хрящ. Но при быстром росте, больших или односторонних нагрузках, с возрастом уменьшается количество суставной жидкости и повышается ее вязкость. Хрящ разрушается, появляется боль. Коралловый клуб представляет Билурон – натуральный инновационный продукт для питания и защиты наших суставов. Два в одном – идеальная смазка суставов и высококачественный строительный материал для наших хрящей. Каждые 10 тысяч километров автопробега ты меняешь масло в двигателе своего автомобиля, чтобы предотвратить трение и продлить срок его службы. За жизнь ты пройдешь и пробежишь около 160 тысяч километров. Забота об автомобиле – это твоя безопасность. Своевременная и постоянная забота о здоровье и молодости суставов – это полнота и радость жизни. Это свобода движений в любом возрасте. Билурон – высококачественное натуральное питание и реальная помощь нашим суставам. Никаких уколов. Это просто, вкусно и эффективно. Чемпион сохранения молодости наших суставов – Билурон. Итак, питание для суставов, телефоны для консультаций. Запишите, пожалуйста, 777-3949, 067-762-7323. Информация прозвучала на правах рекламы. У нас есть на связи телезритель. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый день. Подскажите, вот я попадал в аварию, и у меня в суставах вкручены металлические пластины. И говорят, что сейчас нужны препараты, чтобы сустав лучше сгибался. Какие препараты посоветуете вы, и есть ли они у вас вот как раз вот для таких целей? Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Вот как раз вы точно попали. Билурон необходим для того, чтобы восстанавливать движение в суставах, увеличивать их объем, сделать более мягкую суставную сумку. И давайте сразу сообразим, что билурон удерживает воду, значит, нужно пить воду. Вопрос, какую воду вы пьете? Плохую воду, хорошую или лучшую? Лучшая вода тоже в коралловом клубе, коралловая вода, об этом знают все. Мы уже много лет на рынке, я лично работаю 16 лет, и мы имеем потрясающие результаты. Все остальное давайте созвонимся и посмотреть, если есть воспалительный процесс, есть противовоспалительные средства. Но думаю, что в первую очередь это как раз строительный материал и гиалуроновая кислота вместе с коралловой водой. Блестящие результаты. И единственное, что я вам не сказала, что производится билурон в Германии. Это разработка Германии и преимущество кораллового клуба в том, что мы выкупили, и это наш фирменный знак кораллового клуба. Сегодня мы единственные, кто представляет этот продукт на рынке Европы, стран СНГ, Ближнего Востока и так далее. Александр с нами в студии. Александр, если можно коротко, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, слушаем. Алло, здравствуйте. Слушаем. Вот скажите, я просто не с самого начала начал смотреть передачу. А это все суставы лечат, ну, там, и колени, и локтевые, или какие-то особенные? Потому что вы говорили про морщины, я так понял, что... Давайте объясню. Так же, как и кожа, так и суставы нуждаются в гиалуроновой кислоте. Все суставы, когда вы приходите к врачу, и он начинает вам назначать физиотерапию, какие-то лекарственные средства, местное воздействие на один сустав, но проблема-то не в этом. У вас просто слабое место или после травмы пострадал один сустав. А уровень выработки гиалуроновой кислоты, он одинаков во всем теле. Именно поэтому вам необходимо напитать. Вы пьете гиалуроновую кислоту и думаете, вот мне бы хорошо от морщин, или мне бы хорошо от коленного сустава, а у вас авария в локтевом суставе. Ваш организм положит
туда, где важнее сейчас. Так устроено наше тело, оно мудрее нас. 3-7-49-49-067-762-7-3-23. Телефоны для получения вами, для вас консультаций вне эфира программы «Южная звезда». Информация прозвучала на правах рекламы, очень мало времени до завершения. Итак, употребляя питание Белурон, мы получаем маленький положительный побочный эффект. Это улучшение кожи. Да, это так и есть. Ребят, я вам предлагаю... Еще здесь... Сергей, можно секундочку? Да. Сергей, мы вас слушаем, если можно, не так долго. Слушаем. Да, дело в том, что у моей матери ей 72 года. У нее не существует просто уже хрящей в коленных суставах. Их нет. Мы делали рентген, их не существует. То есть, что бы вы, как бы, сказали со своей стороны? Предлагают операцию, конечно, замена коленных суставов, но она надеется... Может быть, каким-то избежать ее. То есть, что вы сказали? Сереж, я вас услышала. Если нет хрящевых клеток, то делайте операцию. К сожалению, мы уже не поможем. Если есть хотя бы тонкий слой в 1 мм хрящевой ткани, то мы поможем. Но и после операции нужно достаточное количество гиалуроновой кислоты, чтобы влага была в суставе, чтобы была суставная смазка. Поэтому я думаю, что если там разрушен хрящ полностью, к сожалению, вам придется операцию. Но все равно приходите к нам уже после операции. Я не хочу обещать того, чего не будет. 3-7-49-49-067-762-7-3-2-3. Информация прозвучала на правах рекламы. Обращайтесь за получением консультаций. 30 секунд. На эту камеру мы заканчиваем конец эфирного времени. Дорогие друзья, я желаю всем вам наслаждаться жизнью, а это значит свободно двигаться, получать удовольствие от нее. Своевременно позаботьтесь о здоровье своих суставов. Используйте лучший продукт, инновационный продукт, лучшую пищу для ваших суставов и доверьтесь своему телу. Я 100% знаю, что это приносит колоссальный успех. Люди, которые прооперировали один сустав, начали пить Белурон и обошлись без операции на втором суставе. Люди, которые страдали от болей в позвоночнике, стали пить Белурон через полтора месяца, вообще спокойно поднимают ребенка, не испытывая болей. Результатов много. В России уже 3 месяца, у нас только-только. Последнее, что хотела сказать. Завтра у нас в офисе, это Садовая 1, центр живой воды, на втором этаже у нас будет встреча и праздник нового продукта. В клубе медработников 19 числа в 6 часов я вас приглашаю, приходите, приходите здоровые, приходите с проблемами, приходите для того, чтобы узнать для своих родных, приходите, мы расскажем, покажем и будет возможность начала открытой продажи. Мы все вместе будем это пить. Пью уже сама довольна. Придите с проблемами в коралловый клуб, я вас уверяю, проблемы останутся там. Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова, так сказал Михаил Михайлович Жванецкий. Поэтому сделайте для себя жизнь хорошую, замечательную, добрую, веселую, радостную, без болей, в суставах в том числе. Мы с вами прощаемся, до следующих встреч, до свидания.